О социально-экономическом развитии Кызылординской области сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал аким региона Кырымбек Кушербаев. Главная задача акимата, по словам его руководителя, диверсификация экономики Приорали и уход от сырьевой зависимости. Это связано со снижением добычи нефти. Также в регионе сейчас особое внимание уделяют развитию металлургического кластера и социальной отрасли. Так, до 2015 года в Кызылорде планируют досрочно завершить выполнение программы «Балапан», доведя количество детских садов до 409. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства вырос на 1,1%. Повысилась также и урожайность риса. Один из самых перспективных проектов в регионе стоимостью 419 миллионов долларов – это строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Шалкия. Весной мы рассчитываем начать строительство ферросплавного завода стоимостью 253 миллиона долларов. Предприятие будет производить до 160 тысяч тонн низкоалюминиевого ферросилиция в год –